Установка бокового дефлектора 2D от компании Стрелка 11 на Хавал H3 первого поколения. Что такое 2D? Видите, даже плоский, мягкий, при установке будет стоять жестко, красиво, не дает лишнего шума. Перед установкой дается и не одна спиртовая салфетка, протираете там, где будете клеить. Мы это уже все сделали. Установка происходит. Снимаем защитную пленку. Установка происходит по верхнему краю и по боковому. Стоять она будет под наклоном. Клеится скотч будет только по верхней части. Зафиксировали. Приходим к передней части. Зафиксировали. Берем полотенчик, придерживаем и теперь основательно теперь доклеиваем. Здесь еще в защитной пленке. Установка второго дефлектора. При установке обязательно смотреть, чтобы двери были ровные. Если, к примеру, одна вот эта вот накладка будет чуть-чуть неправильно стоять, то у вас один будет вот так стоять, другой вот так вот. Обязательно смотрите, чтобы накладки были ровные все. Снимаем защитную пленку. Смотрим на первый дефлектор. Чуть-чуть подклеили, здесь выровняли в воздухе и смотрим, чтобы у нас тут обязательно две одинаковые были. Вижу, что все ровно. Подклеиваем здесь. Также придерживаем и основательно доклеиваем. Видите, даже проходит рука. Также есть третий дефлектор для декора, чтобы закончить всю эту красоту. Снимаем защитную пленку. Клеится она. Вот смотрите сюда, вот здесь стекло и вот здесь резиночка идет. На резиночку заходим. Только надо отойти от двери. Где-то 1 миллиметр. Клеится она вот именно по стеклу. Чуть-чуть подклеили. Здесь мы прямо вот до резиночки, видите, еще не приклеивается, вот, положил. И смотрим, чтобы у нас все сошлось вот здесь вот, по нижней части. Вижу, сходится. И теперь также основательно доклеиваем. Почему здесь отводим миллиметр? Видите, открываю, вот здесь есть резиночка. Чтобы при открытии он по ней потом не задевал. Все, будем снимать сейчас защитную пленку. И после снимаем защитную пленку.
Если вы не нашли товар от компании «Стрелка 11» на свой автомобиль, также 2D-дефлекторы, лобовой дефлектор, защита сетки, также защита камеры, то, пожалуйста, звоните, обращайтесь. Разработка от компании «Стрелка 11» будет бесплатно. Звоните в компанию «Стрелка 11». Данную продукцию вы можете приобрести в интернет-магазине компании-производителя «Стрелка11.ру». Прямые ссылки на сайт и товар находятся под видео.